Дождь немного остепенился. Я решил погулять еще. Куча времени до аэропорта. Вот смотрите, вы говорите, вот Арбате мало зелень. Да здесь везде зелень, ребята. Везде парки, скверы. Вот такие вот огромные деревья. Огромные. И к концу края не видно. Да, машины носятся вот слева и справа. Вот. Но они там, за оградой. Здесь можно даже вот с детьми гулять. Вот. И смотрите, все решеточки, все сделаны чисто. Вот, такие скамеечки, видите. Так что, ребята, Алма-Ата тоже прекрасный город, ничем не уступающий другим курортным даже городам, я сразу бы сказал. Здесь тоже есть Медео, курорт горнолыжный. Вот. Вот здесь по этой дорожке вот так походи, особенно вот после дождика. Знаете, сколько кислорода, знаете? Вот вы думаете, наверное, газованность от машин, наверное, идет. Нет, даже не чувствуется, я вот не чувствую. Я, у меня вообще чувствительный в этом плане нос. Нет, они идут, и все. Но зелень все это поглощает, вы понимаете? Все это зелень поглощает. Вот. Здесь хорошо вот так вот погулять. А время еще где-то около 8 часов. Вот. А в Анкаре около 6 часов вечера. 2 часа разницы. Вот так вот. Поэтому хорошо вот так вот гулять. Люди покуривают, сидят. А, смотри. Дышится легко. Тоже вот сосны. Сосны тоже растут. Вот они, сосна вот такая, видите, вот она. Сосна. И березы здесь много, очень много берез. Вот. Клен, очень много других деревьев. Отсюда вот такой вот, не надо даже, вот если вот, например, здесь жить, допустим, да, вот это все советские постройки дома. Все-все вот вокруг, все советского постройки дома. Этим домам уже по 50 лет. Но они, я скажу сразу, очень качественные, чистые подъезды, все. И хочу сказать, что, может быть, когда-нибудь их и снесут, короче, построят, может быть, какие-то более высокие человейники, да? Вон там напротив, видите, новый человейник, еще строительство идет. Возможно, время не щадит ничего, в том числе и дома, в том числе и архитектуру. Вот, возможно, придет другой стиль архитектуры. Вот, это время, ребята. Вот, но вот это, я думаю, что не будут нарушать. Вот это вот зелень, не будут нарушать вот эту зелень. А когда вот такая зелень есть, вот такие деревья есть, они поглощают всякий там углекислый газ и выдают кислород. Вот. А деревья здесь, я смотрю, этим деревьям по 30, по 40 лет. Вы правильно написали, эти деревья помнят еще и Советский Союз. И, возможно, даже до советского периода. Возможно. Возможно. Вот дорожку перейдем мы с вами на ту сторону. Вот. Я люблю гулять, погулять, погулять, где бы я ни был. Ноги мои, ноги. Вот.
Вот мечеть у нас с вами справа. Сегодня здесь было очень много народу. Пятничный намаз был. Очень много народу. Даже на улицах места не было. Потому что все не вмещается. Даже на улицах было. Вот. Вот смотрите. Чистота. Хорошо. Уютно. Вот. Вот в одну сторону мне сказал 4 километра вот такая вот эта дорожка. Да вы что, ребят, туда-обратно 8 километров. Это для здоровья самое то, никаких лекарств нафиг не надо. Вот. А вот это старое дерево, видите, все равно стремление жить, видите. Старое дерево все равно растет, видите. Вот. И на восточный манер, видите, даже. Вот скамейки, мусорные баки, вот эскизы вот такие. Рядом с мечетью продаются вот, магазин. Вот, люди могут прийти там купить. Вот четки ковров, вот эти коврики молельные, другие нужные вещи для верующих. Вот такие вот дела, дорогие мои. Всех вам благ. А я, наверное, теперь обратно пойду. Вот, обратно пойду. И уже по той дороге пройдусь. И буду готовиться, наверное, полежу еще, может быть, посплю пару часиков. Потому что 6 утра только вылет, а в 3 часа в аэропорту надо быть. В общем, короче, я сутки не буду спать. Сутки. Это не халам-балам для человека моего возраста. Но тем не менее, может, самолеты покемарю. Хотя я в пути не могу спать. Я даже в поезде очень плохо сплю. Купейный вагон даже. Я пару часов, если посплю сутки, особенно вот я когда ездил в Томск, Москва, а там 3,5 сутки едет. Может быть, еще из этих 3,5 суток я, если общий взять, часов 5-6 посплю хорошо, не могу. Ну, такой вот человечек, да, я. Вот так вот. Пойдем теперь на ту сторону. Вот. Все, вот с этой стороны мечеть. Как видите. Вот. Зеленый свет горит. И можно пройти. А здесь вот самокатчики. Яндекс самокатчики. И другие фирмы есть, но Яндекс здесь полно. Сейчас я увидел очень много машин с московскими номерами. 190, там еще 99. Я сразу понял, что это Москва. Едут, значит, с Москвы тоже. Очень много машин. И, кстати, очень крутые джипы. Вот такие дела, ребята. Всех вам благ. Пока.